Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский» работает почти 20 лет. За это время его инфраструктура значительно расширилась. В центре работает 5 отделений. Ключевая цель учреждения – качественная и непрерывная реабилитация для инвалидов. В нашем центре работает взрослое реабилитационное отделение, в котором мы оказываем социально-психологические услуги, услуги логопеда для людей после инсульта. Восстанавливаем речь, восстанавливаем двигательную активность, мелкую моторику. Также мы проводим для реабилитации занятия по творчеству, по ЛФК. У нас есть тренажерный зал. Оказываем социально-психологические услуги и культмассовые. Второй год в Подмосковье реализуется программа «Активное долголетие», которая действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей. Благодаря проекту пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии. К 10 активностям, которые вы все уже знаете, прибавились с 1 июня еще несколько. У нас теперь есть настольные игры, есть история искусства, на котором рассказываем про историю родного края. Есть литературная мастерская, творческие. Мы приглашаем всех на занятия, будем всех рады видеть. Поздравляем всех коллег с праздником, с профессиональным. Конечно, в первую очередь всем здоровья, удачи, исполнения желаний. Алена Иванова, Антон Карташов, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».